Итак, с нами представители Греции, группа Арго. Очень рады мы вас всех приветствовать здесь. Пожалуйста, представьтесь нам. Владимир Софьянов. Константин, я играю на лире пантиска. Кристина Лахана, я пою. Билли Роксенос, performer, dancer, back vocalist. Я Мария Эльбрус, вокал. Меня зовут Пападопулос Александрос. Прекрасно. Мы очень рады, что вот Греция в этом году говорит по-русски, поэтому что с вами можно пообщаться. Расскажите, как вот вы вообще попали на Евровидение, как оказались вот на конкурсе? Наш звук был, вот эта наша характеристика, которую мы взяли, наш традиционный инструмент и поставили его на модерный стиль. Вот этот инструмент взял, эту песню взял наш продюсер, ее пошел, взял песню и дал ее государственному телевидению. Да. Эту песню на государственное телевидение, и потом они обсудили и выбрали эту песню. Это за два месяца случилось, сразу, бам. Мы все время вот это делали, брали традициональные звуки и ставили на модерный стиль. Вот это было, да, много лет, больше. И вот сегодня была ваша первая репетиция на большой сцене. Какие ваши ощущения, что можете сказать по ней? Мы почти готовы, сейчас осталось мало чего там сделать. В основном все красиво будет, все хорошо. И позитивно настроены на все это. Что еще хотите увидеть в Стокгольме, что еще запланировано помимо, собственно, Евровидения? Наверное, много интервью еще. Что-то посмотреть, сходить куда-нибудь. Мы хотели бы, да, конечно, узнать эту страну, она интересна. Здесь красивые очень, все вот у них очень красиво. Мне нравятся их не парки, а да, все вот это. И честно, я бы хотела чисто и узнать и всех певцов, которые придут. Мы, чтобы все вместе собрались, увиделись, это тоже интересно. Мы пообщались бы со всеми. С Сергеем познакомиться. Конечно, со всеми познакомимся. Так, обязательно, тогда вам в Евроклуб обязательно надо идти, где будут все участвующие артисты. Мы обязательно вам все подскажем. Ну и мы, как всегда, попросим вас что-нибудь спеть. Можете вы нам что-нибудь спеть на русском языке? Да. Давайте. Я спою. Я как смогу, так спою. Вместе с Кристиной. Давай. Калинка, малинка, калинка моя. Саду ягода, малинка, малинка моя. Калинка, малинка, калинка моя. В саду ягода, малинка, калинка моя. Браво. Карпа Гостика. Замечательно, спасибо. Очень рады были пообщаться с вами. Желаю вам большой удачи в подготовке и хорошего выступления. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.